У нас по положению игры контингент у нас может быть разным. Главное положение, главное правило – это участник нашей игры должен быть совершеннолетним от 18 до 63 лет. На данный момент у нас заявлены более 20 команд. Сейчас у нас приехали команды из Туркестанской области, из Кызыл-Абинской области, из Восточно-Казахстанской области, из новой созданной Жетісуской области, Павлодарской области, город Алматы, город Нур-Султан и другие еще города у нас команды присутствуют. В каждой команде у нас по 4 человека. Все, получается, представители разных сфер. Кто-то учитель, кто-то, мы вот смотрели заявки, кто-то вообще графический дизайнер, кто-то журналист, кто-то студент. И все, получается, кто изъявил желание, собрали команду и приехали участвовать в нашей игре.